мы будем дальше заниматься тем, что мы делаем, журналистикой. Мы в них так нуждаемся, как никогда. Когда мы хотим держаться с ними за руку, чтобы они... Паша, ты человек. Человек светлый. Человек... Конечно же, огромный вызов всем нам. На Майдане орали. И это сигнал, что на самом деле враг не только вот где-то далеко на Донбассе или где-то в Кремле, а и враг есть здесь. Мы не знаем, кто этот враг, внешний враг или внутренний. Это коррупционеры или это действительно зовнешние агрессоры. Но это сигнал к тому, что мы должны объединиться для того, чтобы противостоять всем тем, кто не хотят, чтобы наша Украина была сильной, чтобы наша Украина была некоррумпированным государством. И это сигнал к тому, что журналисты должны прилагать как можно больше усилий к тому, чтобы выполнять свою миссию, да, раскапывателей грязи прежде всего. Очевидно, что все, что сейчас происходит, на руку конкретной стране, конкретному человеку, который сидит в Кремле. Это очевидно. Неважно, кто это сделал, здесь, вне, то, что происходит сейчас, этот страх, который они нагнетают, это дестабилизация, которая действительно происходит. Давайте быть честными, это всех нас вывело из колеи. Это действительно работает против страны. И это очевидно, что это работа тех, кто нас больше всего ненавидит.